Рекомендую посетить сервер Rust Tesla. Сервер стоит на мощном хостинге. Высокий FPS и низкий пинг ждут тебя. Сервер для одиночек, не больше 2 человек в команде. Администрация строго следит за этим. Сервер полностью адаптирован под новую версию игры. Для игроков частые ивенты и мероприятия. А также качественная сборка плагинов, которая безусловно разнообразит вашу игру. На выходные доступен кит Weekend. Если заинтересовало, заходи на сервер Rust Tesla и играй. Все подробности в описании ролика. Ах да, кстати, промокод, который предоставляет тебе 15% скидку в магазине, кодовое слово LEGO. Всем привет, ребят, с вами Лего. Ну что, а предыдущая серия у нас была неплохая. Мы зарейдили дом, помогли какому-то бомжику. А сегодня я для вас приготовил интересный сюрприз. Ой-ой-ой-ой-ой, он для меня, по ходу дела, тоже приготовил серьезный интересный сюрприз. Ну-ка, иди сюда, парень. Сейчас я вам расскажу. Что-то парень не хочет сражаться, по-моему, или хочет. Надо поближе подойти. Не вижу ничего, не вижу. Мансит. Мансит как бошк. Как бошк. И сел в кусты, да? Вот тебе еще раз. По два царику. Ну-ка иди сюда. Спать. О, батька. 50 патронов, спасибо. Ого, ты бегаешь. 17. Ладно, я не об этом. Я хотел вам рассказать один прекраснейший секрет. Сейчас я вам, ребята, этот секрет расскажу. Мы сейчас двинем. К тарелкам я, наверное, больше не пойду. Хотя я могу, конечно, их обогнуть. Но нет, я лучше пойду вниз. В общем-то, сегодня мы просто побегаем, поищем какой-нибудь дом. Возможно, его взорвем. Сера у меня сейчас печется. Железо тоже печется. Ресурсы есть. И я вам покажу, наверное, если доживу. И все будет нормально. Нет, я буду лучше вот в этом. И в зеленке. Вот, зеленка мне больше нравится. Пайпа у меня есть. И покажу вам, ребят, подводный дом. Интересный подводный дом. И покажу один из способов, как я храню свои ресурсы. Способ, он, в принципе, да более простой. Ничего, как бы, в нем сложного нету. И самое интересное, ребят, этот способ прошел тест в неделю на этом сервере. И благополучно я его могу показать. А я его покажу лишь тогда, когда напишу команду в чате home1, чтобы туда телепортнуться. И эту, как бы, фишку можно дальше смотреть, модернизировать. Так что, пожалуйста, сидите за роликом и ждите в какой-то момент, когда я полечу домой. Я не знаю точно, на какой-то будет минуте, чтобы это было хоть каким-то сюрпризом, нежели наоборот. Потому что если бы я сразу показал, там было бы много возни. То есть намного лучше этот ролик... Ого, вот этот дом отстроили, помните? А, я и не выпустил этот ролик, я пытался его зарейдить. А нет, я вот тот пытался, колымагу слабую пытался зарейдить, у меня ничего не вышло. Ну и так и забил. Или этот, хрен его знает, но он был только в один этаж. Или один-два этажа, где-то здесь пытался подстраиваться и все не мог допрыгнуть до него. Потом забил на это дело, хотел из этого сделать ролик, но потом понял, ну что-то это какая-то полная дичь. Пойдем сейчас постреляемся. Берданка по 20 стреляет. Ну такое, да? Такое вроде. Вроде и неплохо, а вроде и так себе. А вот с этого наяривать, с пешки, это, конечно, красота. Дома прикольные. Главное, чтобы меня сейчас здесь никто не зажал, никто не убил. И я думаю, что мы должны успеть до вечера раз-то все это сделать, чтобы не потемнело. А хотя я сейчас снимаю через OBS, и там могу спокойно накрутить для вас яркость. Я бы сейчас вместе с вами пообсуждал бы этот трюк подводного дома. Он очень такой интересный, но пока не могу. И что вы думаете тоже о идеях про Rust? Может быть, я посмотрю комментарии и ваши предложения, если вы что-то прикольное придумаете и сделаю это в игре. То есть все зависит от вас. Мне от этого как бы будет намного легче придумывать какие-то идеи. Это что это у нас? Кстати, опа-на. Бомжик побежал.
Можно убрать, наверное, Home 2, можно туда полететь, но тогда нужно будет бродить. О, ё-моё, никуда не надо бродить. Эй, пс, пойдемте одену, пошлите одену. Это по нам стреляют или по кому? Что-то я не понял. Что это за жара вообще? О, понял. Подожди, их трое, что ли? Так, минус один. Минус третий. Ты где, бомжик? Я же сказал, тебя одену. Понятно. Ясненько. Да где ты орешь-то? О! Здрасте. Сейчас мы посмотрим, что есть. Заберем, конечно же, все. Мансит, мансит. Так, у тебя ничего не было? Берданочку твою подберем. Вот это минус 3 зачет. Вот это минус 3 было зачет. Так, здесь что? Здесь ресурсы? Я думаю, что пора сваливать. Неужели так быстро мы пойдем домой? Что по ресурсам? По ресурсам все хорошо. Воу. Я бы поделился бы. Может быть, какой-нибудь прицел бы еще я нашел бы. Ну ладно, здесь уже ничего нету. Ребята, минус 3. Просто раздал. По бомжикам этим сумасшедшим. Минус 3. Это было вообще люто. Лютый замес. Лютость просто зашкаливает. Подожди, это что за дом? Я не понял. Я что-то не понял. Ты что, охренел? Неужели я научился стрелять с этого говна? Под названием берданка. Никогда не умел с этого говна стрелять. Хорошо. Слушайте, спасибо, ребят. Там так и не подошел никакой бомжик. Ну, типа, может быть. Воу, летает, убегает. Не убежал. Что-то я сегодня очень злой. Не знаю, что я сегодня творю, но я творю нереальные вещи-мещи. Так, у меня дерева нету? Нету. Пожрать есть? Пожрать немного есть. Сейчас посидим здесь, покантуемся, посмотрим. Может быть, это вообще их дом был? Кстати, еще раз повторюсь, снимаю в наушниках эти, как они там называются, Corsair Void. Ну, в общем-то, мне пока нравится. Что такое? Это что сейчас было? Это не болтовка сейчас была? Потому что что-то как-то непонятно прилетело. Да, это болтовка. Про что я и говорю. А вот болтовку бы отнять надо бы. У него, наверное, и коллаж будет, да? Коллаж будет, интересно, или нет? Я смотрю, мне прилетело так неплохо. Как к нему подойти? У меня ресурсов-то на самом деле очень хорошо. Можно, конечно, попробовать уйти домой. Уйти на рейд, но серы нету. Серы не так много. Серы реально не так-то и много. Где этот болтовщик? Хренов болтовщик, в которого я должен просто зажать. Зажать и убить. Может быть, попробовать подойти к нему поближе? Он по-любому контрит эти скалы. 100%. Отсидеться здесь, посмотреть, подождать, чё, как. Ну-ка. Нету. Вон он на скалах. Если он мне засандалит в голову, это будет до свидули. А я видел его черепок. Это будет реальный до свидули. А если у него там сейчас будет калаш? Я ему минус 40 уже дал. О, вижу. Уходят скалы.
Ё-моё! Застрял! Отдай болтовку, падла! Не попал. Сейчас он меня добьет. Инфа 100. Где ты? Вот он. Ну у него там крополя. Надо добить. Поплыл он куда-то. По жопке получил. Все. А вот это, ребят, жесть. А вот это я отнял, так отнял. Можно вот эту вот выкинуть, говнюшку. Так, где твоя болтовка? Вот она, родная. Родненькая. Вот она, родненькая. Вот это все поесть, шприцы поесть. У него тоже же были эти. Почему он не взял пистолет? Так, броню. Все. Можно, наверное, сваливать. Болтовка — это очень крутая штука, которую я нашел. Так, нужно посмотреть, кого забахать, попробовать. Прилететь к нему и добить. Где-то вот здесь вот был дом. Где он находится? Он где-то вот здесь возле пещеры. Вот он тут и стоит. Как стоял, так и стоит. Хорошо я ему залил. Хороший FPS на сервере. Значит, если я шатаю, значит, ну, мне либо везет, либо сегодня мой день. Нереальный день. Нереальный день замесов и убийств. Такс, ну чё? Поехали, что ли? Ё-моё, это что такое? Я что-то не понял. Так, сюда, сюда, сюда. А куда он забежал? Такое ощущение, что это их дом. О, у них там выход на крышу есть. Блин, это здоровый дом на самом деле. Я не потяну его. О, охренеть, тут сколько буферов. Мне нужен Денчик или еще кто-нибудь. Денчик, Пенчик, Прокопенчик. Но никого, к сожалению, нету. Но я мог, конечно, засадить. Сейчас у нас уже время под 5 подходит. Мы здесь побегаем. Полютуем немного, а самое главное, что у нас здесь болтовня. Будет он выходить? Да не будут они выходить, они как эти, как и чайки, набрали тупо лута. Подожди, он лежит или он мертвый? Он лежит. Все в порядке. Тут тоже все в порядке. Ну что, уходим тогда, что ли, наверное? Опа-на. Он меня спалил, и я его спалил. И чё, куда? Никуда не пойдешь, никуда не пойдешь. Ладно. Опа-на. А если он сейчас пайпу достанет? А если он пайпу достанет? Да иди ты нахрен! Ну-ка. Я хочу проверить. Ничего у него нету. Сори, тогда извини. Просто я много видел роликов в Ютубе, когда таким вот способом обманывают. Я вот не очень люблю такие способы, когда обманывают. Еще дом. Но вот этот интересный дом, но мне не хватит взрывчатки. Они будут застраиваться, тупить там, жестить. И что только делать. Туда, я так понял, я не пойду. Потому что там мажор хаусы. И смотрите, окна у них очень такие, я бы сказал, дорогие. Из металла. Видите? Металлический, но здесь не, здесь уже... Ё-моё, ё-моё! Это чё за хрень? Бомжик убегает. 49. Надо сваливать как-то. Подожди, они по кому-то стреляют, и это калаши. Если я все просру... Это будет крандец. По кому-то попал, но попал не по тому, по кому надо. Попал по бомжу, а не по калашу. И этого убил. И поэтому попал. И поэтому попал. И этого убил. И этого убил. Там у кого-то был калаш.
Надо вот это выкидывать. И срочно лутаться. Здесь нету калаша. Здесь тоже нет калаша. А вот здесь вот был где-то калаш. Вот в этом прокопенке. Ну-ка. Да, отлично. Отлично! Калаш заработали. Забираем ресурсы. Сейчас мне главное, чтобы не добило нахрен к чертям собачьим. Калаш забрали. И сейчас посмотрим, что еще здесь есть. Этот быстрее за своим лутом. Здесь что? Отлично. Сейчас меня могут минусануть с окон. На изиче. А у него здесь ничего интересного еще не было? Броня и все. Ух, как хорошо, калашек. Мауашек. Патроны я могу делать. 332 патрона. Соло. Соло-боец, как говорится. Соло-боец с калашом. Ну все, ребят, я думаю, это просто, ну, просто конфетка. Что у меня еще есть? 6000 камня. Ну, серы мало, очень мало серы. Мне вот не нравится, что очень мало серы. Зато есть калаш. Я пешку не выкинул, не выкинул. Вот это могу, по идее, выкинуть, могу оставить на всякий случай. Вдруг что-то случится. Откуда у пацана уже калаш? Ну, нормально. На самом деле, все здесь уж болты бегают. О-о-о-о-о! Миша там с кем-то сражается. Еще бы оптику. Было бы вообще классно, если бы я бы еще бы оптику нашел. Где он? Вон он. Побежал. И побежал не в ту сторону, в которую мне надо. Сейчас у нас может быть дикий бой. Он побежал куда-то в сторону, не знаю, правее что ли куда-то. Где ты? Алешка? Алешка, где ты? Может быть, он спрыгнул вообще? Нету здесь. Наверх он тоже не смог добраться. Не понял. Нету нигде. Где-то, может быть, между камнями поджидает, падла. Или реально, но он не смог залезть на верхушку. Где-то спрыгнул, гаденыш. Где ты? Алло. Алло, Вася. Ты где? Нету нигде. Да господи, где ты? Че, наверх, что ли, лезть? Я не верю, что ты где-то наверху. О. Фух. Он меня испугал, он ни разу не попал. Если бы он попал, мне была бы хана. Куда мне столько шприцев девать, я не понимаю. Все здесь забрали. Пожрали и уходим отсюда. Я уже не знаю, куда мне броню удеть. Можно броню, кстати, взять. Вот так, так. И вот так. Все нормально. Уходим наверх. И будем как снайперы. Ах, какой закат классный. И пропишем еще хом один. Быстрее! Вдруг кто-нибудь сейчас нас нагрянет. Быстрее, быстрее, быстрее. Пробел, 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 пробел. Пробел, пробел, пробел. Давай, давай. Подожди, я здесь не улечу, что ли? Что за хрень? Ну, ну. Вы получили ранение. Вот это я понимаю. Улетел домой. Улетел домой. Классно. Классно, улетел домой. Сейчас тоже ранение получу или нет? Ну. Блин, надо ждать теперь. Радиационных таблеток нет, ничего нету. Вы сейчас удивитесь, что сейчас будет. Жалко, у меня нету фонарика или еще чего-то. Но я вам накручу этот, как его? Ну, блин, а 9. Да когда это закончится-то? 8. Долго падает, очень долго. Где мне спрятаться-то? Куда не иду, везде война какая-то. 80 человек на сервере. Вот это геймраст, конечно. Здесь сейчас перевяжемся. Все нормально. Вот сюда сейчас засядем. Возьмем калаш и будем сидеть в углу. Так, хом один. 5. Только 5 радиации. Сколько ждать-то? Сколько нам ждать еще? О-оу. О-оу. Хом один. Еще троечку. И кто-то здесь рядом стреляет. Я уже никуда не хочу высовываться. Честно, просто не хочу высовываться. Ну что, ребят, вы сейчас узрите,
вы сейчас узрите отличный подводный дом. И серия-то такая вышла, минус 3 с берданки, болтовку отжал, потом калаш, опять минус 2, там 3, минус 3, 2 раза, минус 3, 2 раза в ролике было. Да ё-моё, какое ранение, давай уже. Ты прикалываешься, что ли? Хом-1, какое ранение, поехали. Всё. Этот там, смотрите, бомбит у пацана, но я ролик выпускал на макросы, так что я чист. Чувак идет. Чувак идет, но я улетел. А теперь смотрите. Альтабуюсь и делаю вам яркость. Так, ну что, встаем? Калибровка экрана. Мы встаем и вам сейчас показываю эту очень сумасшедскую штуку. Поехали, джинк. Вот здесь вот я, ребята, сплю. Даже шкафа нету, видите? Вы видите, насколько это круто? Я вот так вот выплываю, вот так вот выхожу. И это подводный дом, ребят. Подводный, мать его, дом. А потом в печке переплавляю. Конечно, можно было еще ухитриться, в один фундамент сделать. Можно было во много фундаментов сделать. То есть, ну я не думаю, что на озере нужно палиться, что вот видите, вот озеро, и мне нужно... Полиция делать много этих фундаментов и домиков. Здесь я просто тупо переплавляю. Смотрю, какие ресы есть. Больше я здесь ничего вообще не делаю. Я все забираю в свой инвентарь, кроме оружия. Ну, в смысле, оставляю какую-то часть, естественно. Вот это мне уже не надо, не надо, не надо. Вот так вот я делаю. Хорошо, берданочки. Вот это выкидываем, это мы сейчас загрузим. Ну вот это жесть, 60 шприцов, мне на всю жизнь хватит перестреливаться. Вот это мне тоже, наверное, не надо. Хотя жалко будет тратить эти. А я стрелы там выкинул. Но я могу сделать еще стрел. Поэтому больно я с этими не трачусь. Как его? С этими. С ресурсами. Вот, и мне важна только сера. Здесь я занимаюсь переплавочкой. Где тут ресурсы? МВК заберу. Можно еще бахнуть кого-нибудь. Я думаю, в следующей серии мы это сделаем. Да мне здесь 60 хватит переплавить. Мне главное уголь сейчас еще сделать. Побольше сейчас нужно закинуть. Вот сюда тоже надо закинуть. Вот это сюда. Закинем вот так вот, вот так вот и вот так вот. Что у нас тут? Отсюда заберем 4000. Там по 4000 пускай фигарит. Сюда закинем. И сюда закинем. Пускай здесь кочегарит. Тут у меня где-то железа много. А, и здесь еще вот сера 2000. Ну все, нормально. Кочегарится. В принципе, мне больше пока ничего и не надо. Все, вот такие вот у меня ресурсы. Когда буду выходить из игры, я, конечно же, буду просто тупо... Получается, забирать все ресурсы в себя и плыть. Смотрите, как я это делаю. Здесь поставил... А что, дверь за собой не закрыл? Здесь поставил обязательно дом, чтобы это было как ориентиром. Но я не думаю, что какой-то чувак поплывет вот так вот вниз. Конечно, нужно... я вот здесь нафейлил. Нужно было дом, дверь развернуть в другую сторону. Совсем в другую, чтобы не было видно вот эту, вот эту красную фигню. И вот здесь вот благополучно просто выхожу из игры и не парюсь. Ну что, ребят, с вами был Легасик. Сегодня вышла вот такая вот серия. Не длинная, не короткая. Но я не знал, что я набью настолько быстро свой инвентарь. Поэтому, если хотите, чтобы ролики были побольше, ставьте лайки. И всем пока-пока.